Ну-ка, глазки закрываем, чтобы я водичкой не попала. Вот здесь у нас девушка с хорошим слоем тонального крема или что у вас? Ну да, пудра. Пудра. Вот, поэтому демакияж у нас будет... Вот смотрите, какая красивая, чудесная. Вот она такая. Присмотритесь. Даже если, я вам говорю, кто-то осмелится на литровый, во-первых, если для кабинета, то это литровый гораздо выгоднее будет покупать в любом случае. Вот. И даже если для дома. Переизбыток просто не надо. 2-3 клика вот на одно лицо этого достаточно. Я поначалу сама не верила, думаю, ну мало совсем. И 5, и 6 вот кликов делала. Потом думаю, ну чего ж я так прямо. Нет, можете другим. Это я просто... Замечательно бывает, ощущается. Абсолютно. Вы можете тем, что есть у вас в кабинете. Я ж не настаиваю. Просто я вам говорю, что есть такое чудо-чудное у нас здесь. Да. Вот на такой коже как раз таки можно сделать ультразвуковую чистку, либо микродермабразию, либо теми же линзами пройтись. А как с шеей себя ведет? Так же, как и с лицом, замечательно. То есть мы можем делать целиком? Да. Можно растянуть, безусловно, даже вот один пакет. На лицо и на шее при желании. Ну, вообще рассчитано на лицо вот эта вот дозировка. Если уже если делаете декольте, например, да, то это естественно как стоимость процедуры целой. Ну, безусловно, мы если, например, лицо, шея, декольте, мы можем взять два пакетика, заложить двойную стоимость, но за работу, как за одну, за свою, например, взять, ну, чтобы это не сильно прям уж дорого было и приятно пациенту. Вот и сейчас второй раз я смываю, кожа на самом деле хрустит. Оля, она может подтвердить, да? Да, звуки да. Она и ощущения однозначно чувствует и слышит. Ей мы тоже можем посоветовать купить чудо-пенку для умывания.